данном видеообзоре мы рассмотрим гарнитуру Canon модели KM830. Это универсальная модель с профессиональным звучанием, прекрасно подходящая для использования как с домашней аудиотехникой, так и с портативными плеерами. Мягкая отделка амбушюр полностью охватывает уши, не только обеспечивает комфортное ношение, но и улучшает звучание, смягчает басы и улучшает резонансные характеристики. Модель отличает амбушюры из дерева ручной обработки, кристально чистое и сочное звучание, великолепные басы. Отделка амбушюра выполнена из мягкой кожи с проволочным наполнителем, оголовье из пластика коричневого цвета с металлическим хромированным подвесом излучателей. Корпус излучателей из дерева ручной обработки с хромированной окантовкой из стали и имеет подвижную конструкцию подвеса. Крепление шнура двустороннее, соединительный кабель подводится к каждой из чашечек наушников. Микрофон съемной конструкции. Также имеется регулятор громкости на шнуре. Диаметр динамиков 40 мм, максимальная мощность 100 мВт. Диапазон частот от 20 Гц до 20 кГц. Чувствительность составляет 104 дБ, а номинальное сопротивление 32 Ома. Чувствительность микрофона составляет минус 42 дБ. Диапазон частот от 100 Гц до 16 кГц. Направленность микрофона всенаправленный. А полное сопротивление составляет 2,2 кОм. Тип микрофона – пьезоэлектрический. Длина кабеля составляет 1,8 метра. Тип подключения – мини-джек 3,5 мм. На этом наш видеообзор закончен. Подписывайтесь на наш канал.